Рад приветствовать всех в новой серии. Вторник у нас. Уже 11 на часах. Сегодня у нас, значит, что? Уже мы тут созвонились с ребятами разными, обо всем разном. Был один план поехать на склад, но склад сейчас чуть перенесу на чуть попозже. Изоляцию перепроверить хочу. Посмотреть, что там как, а то спрашивают и не могу толком ответить, что да как. Вот. И тут еще ребята позвонили, месяца два уже ищут тоже себе автомобиль, то так, то там, то тут, ну что-то как-то все. Вот. А тут вроде как едем смотреть, они уже приехали, вот уже позвонили, и мы вылетаем. Съездили, значит, мы за машиной уже посмотрели, Рено Лагуна, в принципе, норм варик за те деньги. Ну, как бы, конечно, она не... комплектация у нее типа не самая там, ну, простая, короче, механика, но ребят, как бы, в принципе, все устраивает. То есть, конечно, можно было и то, но типа они уже устали тоже искать. Вот, и в принципе технически машина нормальная, но есть, конечно, там полировочка, там, если прям уж сильно захочется, там где-то. Короче, есть нюансы, но не грубые. Не перекрашивалась нигде, так посмотрели. Нормально, короче говоря. Гонять пойдет. Большая тачка на семью. То, что надо. Вот. Свежий год, 12-й, 146 пробег. В общем, снимать там не особо получилось. Все как-то там живенько, быстренько. Там много людей, короче, начали быть, не могли бы начать нервничать, короче говоря. Поэтому ладно. Бросим это, а мы едем дальше. А дальше мы созвонились с дядей Филиппом и едем на мойку, помоем машины, а то уже совсем уже чумазые. Вот солнышко, плюс 13, погодка зашибись, так что гоним. Приплыли мы на моечку, там дядя Филипп по соседству уже моется. Вот сейчас мы тут подскинем крутеечку, подскинем вещички и пойдем, будем тоже мыться. Здрасте. Еще раз. Вода? Вода. Ранняя теплая вода. Вот. Жмем и несемся. Пойдем и мы мыть своего пупсика. Грязи, шмязи. Короче, поэтому пора нам помыться. Ну, в общем, что мы? Мы уже намылись, посушились, высушились и заедем-ка мы на обед, перекусим. Дальше у нас типа ребенка забрать со школы и завести его на спорт. Вот. А после этого мы уже поедем в Лашко. Так что так, обедничек у нас уже рубль 15. Каждую недельку прибавляет по 2 цента. Укрепляется нефть. Идемте платить. Гоним мы уже в Лашко. Навстречу в термы. Ну, рядышком в термы. Все обсудим, все почикаем и решим, как же дальше с этой бедой. Видим такую картину, если видите, вон там все стоит, туда, куда нам надо, в ту сторону, куда ехать, там все и стоит. Будем прорываться. Ну, там что-то, жена говорит, 4 машины, лепеха не лепеха, но там, по ходу дела, нормально, туда уже там полицисты помчались, и 2 пожарные мы видели. Сегодня какой-то дикий вторник, что это за вообще? Залипли слегка на выезде, и в общем сейчас мы попробуем что-то там судьбу обмануть, покажем, как это у нас получается. Не поехать, а можем, да, не поехать в Лашко именно тогда, когда надо поехать. Какая-то все время залипуха, короче говоря. В общем, красиво стоим.
Ну, немножечко мы порешали. Прикол, хотите? Обхитрили судьбу немножко. Ну, совсем немножко. А вот теперь вот так вот сейчас. О, там вон полицейский, там гонят. Там что-то еще какая-то одна авария. Вот это вот скрытая полиция. Ну вот, ребятки, учитесь, как надо в пробке создавать коридор для спецтранспорта. Там съезда нет. Либо там ремонт, либо там авария. Я думаю, там какая-то авария. Раз сюда полиция, короче, поехала. Да, раз на этом мусорские помчались. Да. Не концерт давать поехали, а? Да, бременские музыканты. Ну, в общем, вот так вот и кайфуем. Так вот, про вот эту вот полицию скрытую. Как бы тут это нормальная история. Гоняют по автобану. Скрытненько. Ну, не только по автобану, по городу тоже смотрят. Вот. То есть, помимо обычной автополиции, дорожной полиции, еще есть скрытая полиция. Еще патруль есть. Короче, все вас могут нахлобучить. А в этом случае даже знать не будете, от кого вы там убегаете или кого обгоняете. Про полицию вы уже в курсе. Потом еще как-то вам приколю. Есть еще тут микроавтобусы. Называются они, по-моему, Дурс или как-то Дарс или что-то типа того. Эти чуваки смотрят платные дороги, виньетка. Вот такая вот тут вот сверху висит, вот ее клеишь, а потом ребята ее считывают, как бы эти камеры, обгоняя вас. Но это у нас до конца этого года будут эти бумажечки лепить, налепки. А со следующего года, кстати говоря, это электронные уже будут, наконец-то. Еще одна авария, блин, да что ж такое сегодня? Куда они все так спешат-то, блин? Куда так надо гнать? Ничего-то не знаю. Чего-то мы не знаем, да. Может, надо нам тоже гнать срочно? Мы гоним, но, наверное, видимо, не так. Не настолько. Надо гнать под руку. Да. Ой-ой-ой-ой-ой, тут. Вот, видите, скрытая полиция, которая может нахлобучить. Вот полиция, блин, еще это одна. Отбойник. Ого, это отбойник, чувак. Вот он въехал в отбойник. Да вот. Вот он, да, его. Вот, короче, чувака раскорячило, конечно, люто. Досадная, печальная история. Ну, в общем, смотрите на красивые горы. Радуйте своих родных. Ребятки, девчатки, мы уже в Целье, немного вам проведем экскурсию небольшую. Ни хрена про этот город не знаю, но посмотрите, что здесь происходит. Как бы... Примерно ничего. Примерно все то же самое, что и в Любляне, только чуть-чуть масштабы, чуть меньше масштабы города этого. А так, тут свой движ, свой Париж. Солнце есть. Солнце есть. И даже, кстати говоря, вот Цель-де-Лашка, кому там, кто там вдруг для, как это, первоходов, кто не знает что, вот здесь солнце зачастую есть. Цель-де-Лашка. Но вот доезжаешь до Любляны, километров за 30 солнце пропадает. Вот, как правило. Вот, так что... Всем, кому очень важно максимальное количество солнечных дней, вот как бы здесь вам будет интересненько.
Вот все есть, торговые центры, шментры, заправки, магазины. Ну короче. Это все. Ты как раз град схватил рядышком. Град, так. Да, кстати, по поводу града. Но этот регион как бы славится градами. Причем они могут быть там долго не быть. То есть, короче, эта часть Словении славится своими градами. При том, что типа это может случиться прям максимально в секунду. То есть там нету, и потом раз. И просто окатил. И до свидания. Так я и попал под град. Приехали мы здесь недалеко к товарищам знакомым. На бокальчик пива, на часок. И с целью мы уехали, и теперь мы приближаемся к Лашко. Включимся в Лашко. А вот наша движуха. Сервис, площадка, все дела. Нам вот сюда, ну и всем я сижу. Опа, вот такая вот лайф тут у нас происходит. Он ЦЛК уже нету, остался только это Мазда, там надо мотор вроде поменяли, там что-то там осталось чуть-чуть. Это у нас клиентская там Нейца. Чувак немного разложился на ней. И такие перекупские дела. Мерседес остался один. Сешечка на автомате бензин, может кому будет интересно. Чувак съехал, гонялись. И вот это тоже GTI, короче говоря. А сделал он уже, он ее переделывает под этот, под R32. Он типа чип, шмип. Так, ну это что-то какой-то усталый малыш. Но с панорамой. Так, ну и вот если кому вот надо такой конек, то стоит, ждет кого-то на, у кого там совсем все плохо по бюджетам. Немножко вам подварим, подвесочку сзади тряхнем. И а так машина 170 пробега, салон целый, кстати говоря. То есть в целом, те, кто там занимается там какими-то стройками, чем-то таким, это лифтбэк. Она как у меня крышка, хэтчбэк, короче, да. Так что вот такой Hyundai Accent. Вот. И вот такие тут красоты, липоты. Не на той стороне. А? Не на той стороне, да. В таких местах и работать хочется, как бы. Я не против. С поглядом. Вот такие вот пироги. Подходим мы к нашему, к нашей делавнице. Вот. Финансируемо, наставно, просто и легко. Лизинг, шмизинг, кому там кредит, медит. Нашего товарища Зафира, 127 пробега, салон как новый, 16-й год, 2 литра дизель. Кому интересно, вот 12 590. Кому надо, можете нажать на паузу, там почитать комплектацию, что чего. Вот, гарантия 1 год дополнительно есть. Значит, и что еще вам сказать? По цене цена не задняя. Как бы, так, это у нас. А, вот Passat, кстати говоря. Passat, вот. 17-й год. 12 500. Пробег 160, по-моему, 7000. Механика. Салон хороший. Ну там почистить надо будет. Только разве что его, и в принципе и все. А, даже открыто. О, вот мы сейчас покажем. То есть, ну его надо только помыть внутри, почистить, и в принципе там что-то навигация, шмавигация, короче, все кроме панорамы и ксенона впереди. А так, опять же, кому интересно, 12 500. Это у нас продана Верса. Вот еще у нас есть Гольф Стайл. Кому интересно, опять же, как бы покупатель, который придет с деньгами, еще чуть уступим. Тоже гарантия. 11-й год, 220 пробега, 1.6 мотор. Машина как новая. Сервисы, шмервисы, все сделано. Садись и езди. Ну, единственное, что это трехдверка. Вот. Так, это у нас что-то там, по-моему,
Рено Клио 7300. И комплектация на паузу. Если нажмете, что-то там 16 год, 117 пробег, 118, 1.5, 75 лошадей. Состояние good, внутри новье, муха не сидела. Вот кому, если что, вдруг можем посодействовать в приобретении хороших автомобилей с известной историей. Не вид, не крашен. Так, и вот BMW, кого еще интересует, копеечка, 12-й год, все дела. Ну, пустоватый. Цена тут пока стоит 7890, но это клиентская, но готов человек, наверное, все-таки там, ну, наверное, подвинется. Вот, год 12-й, 203 пробега, 116 лошадей, 5,3, там что-то расход. В общем, на паузу нажмете. Также гарантия 1 год. Лизинг, кредит, кому надо, обращайтесь. Поможем без лишней, как бы, головоломки. Вот такой вот обзорчик легкий у нас получается. Пойдемте. Чуть-чуть занят есть. А, вон, кстати, еще Volvo. Сейчас мы вам еще Volvo покажем. А пока сервак. Ну, в серваке, типа, идут строительно-ремонтные работы немного. Устанавливают вон подъемник второй. Будет. Ну, пока выглядит так, но еще все под это. Вон моторы разбирают нас тут ребята. Саша с Нейтсом тут как бы ваяют такие вот вещи. Так что... Конечно, желаю вам, чтобы у вас не ломались моторы, как бы, но если вдруг сломаются, то как бы здесь ребята готовы вам помочь. Вот ливневочка, чтобы воду можно было отводить. Подъемничек, вон еще один стоит. Мотор тоже кому-то уже поменяли. Или в процессе замены. Ну, в общем, как-то так. Вот наш господ. Добрый день. Добрый день. А вот. Филипп. А я рад с вами. Так рад, как гольф. Видео огляд. Вольво. Я. Бо-бо-бо. Сейчас покажем. Посад всем же. А ты как Клио уже не? Клио та. Ага. Русская странка. Русская странка спец. Саша Якимцев. Директ из России. А я? А я, Н я был. Саша Фрица, або Эдвинга взял, и ага. Сакрахит узбил, да, такой. Я. Так, да, Вольво. Я бы приправил, вчера мы его темнили, не? Ага, темненные стекла, белый салон, чистенький, ткань, механика. Тяжко я добить авто, куда не был вар. Я. Вот такой Вольвас. В общем, Клио, которого показывал белого, уже нету. Так что идем на совещание. Кстати, это у нас тут у ребят предпродажная подготовка происходит. Вообще тут моют, чистят, пылесосят, мажут, смазывают все. Пластик, все. Полировочка, свет тут есть. Так что резина, может, кому надо еще. У нас тут тоже есть. Если что, и шиномонтаж, и подъемники, и мойка, и, ну, короче, комплексно, продажа, покупка. В общем, как-то так. А вот мини, кстати говоря, мини еще есть. Есть кожа, все дела. Мотор был заменен, потому что предыдущий лег на 100 тысячах, что-то, видимо, масла было, не было. Вот, и в общем, такие вот, такой вот мини. Который летник мини, 11-й? Мини, 20-й вчера. Ага, 11-й год. N6 дизель. N1.6 дизель. Зело зажлил мотор. Лезер, мотор заменен. Кожа, все дела. Как помать им мотор, новый мотор, как попривожен вам? 3,90. 3,90? Ага, новый мотор. 93 тысяч поставили. Был 105, то ли 110, сейчас новый 103. Ой, 93.
Ну и цена на него 8 7 990. Так что хорошее состояние, история известная. Вот товарища механика Гольф двоечка на тюнинге. Ну такой тюнинг, не тюнинг, но диски заделал. GTI, старенький GTI. Какой салончик у него тут прям как новый. Вот этот чувак реально залипает на этой теме. Вот такой вот гольфец двоечка. Когда-то это была моя мечта. Вот, так что тут тоже можем как бы приколоть, если что, кому там тюнинг, шмюнинг, там какие-то дела. Так что, если что, обращайтесь. Короче, сейчас подписали договора, сейчас тут. Так, а это вторая. Это типа мне дал, но я не знаю, зачем мне. Да. Ну типа, хотите, заберите себе два. Типа, ну типа, я был вместе, рядом, ну, типа, мне не надо, ну типа. Короче, делаем бизнес. Делаем бабки по-словенски. Делаем сгодны. Делаем мы задавочно управо. Я. Говорит, работаем на налог, для налоговой. Ну, в общем, в добрый путь нам, как говорится. Сейчас тут еще по пиву, по кофе и будем ехать домой потихонечку. На часах у нас уже 6 вечера. Приехал домой, уже 8 вечера. В целом день был нормальный денек, насыщенно. В общем, финальный денек. Увидимся в новой серии. Чао!